тебе, вот как с ними не беситься? Ну видишь, у меня справа никто не припаркован. Я могу как бы проехать. А у него справа припаркованы, поэтому он должен куда-то там заныривать. И он думает, что я его буду пропускать. Хрена ли я его буду пропускать? Но мне проехать прямо надо. А, нам тоже прямо. Ну. Вот такси стоит, пусть вперед, тут самый, да? А вы и вы вот сюда заныриваете, а я поеду. Вы по прямой. Нам туда, вам смотрите. Вам вот здесь вот сейчас. Но как, а вы, почему вы так не поехали? Уже, я уже таксист напротив. Когда я был вот там, вот я уже здесь не мог проехать. Я его пропускал. Так, как бы знал, чтобы он вернул. Пропусти, да, проедьте туда, бочком. Здесь же проезд, вот он. Ну, смотрите, моя правая полоса, она пустая. Я оттуда выехал сам, специально выезд там, понимаете? Ну? А куда я должен ехать? Почему я-то должен пропускать? Вот вы и заезжайте. У нас больше же, наверное, по правилам. Вы только потом выехали. Я уже здесь стоял полчаса почти. Нет, командир, я пропускал вот этого товарища. Он посигналил, что ему туда, я назад сдал его, пропускал. Так что, вам-то извиняйте, кто первый. Вот сюда сможете заехать? Вот, нет, там мешает, он мне не развернет, там мешает. У меня, к сожалению, я могу на бордюр заехать, вот. Ну, я могу уступить и заехать на бордюр, хотя это, ну, по правилам запрещено. Не, вам проще сюда, там удобно. Это вам проще сюда, здесь, а мне проще на бордюр. Здесь одна машина была, конечно. Здесь так и разъезжает, вот полицейский, вот так вот. Слушайте, я здесь 50 лет живу, не рассказывайте мне, как здесь кто проезжает. И по правилам дорожного движения я прав, а вы должны мне уступить. Твою мать, блин. Просто вот сзади сразу еще одни подъехали. Там он еще, блядь, народ выезжает. Я, в принципе, здесь могу стоять до вечера. Вот просто охреневший вообще народ. И всегда речь заходит об уважении. Одного зауважал, пропустил, а второй просто в наглую лезет. А что ты его пропустил, а меня не пропустил?